Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Страница 86, упражнение номер 400. В этом упражнении мы должны будем выполнять действия с величинами. Итак, первое. 10 километров 875 метров плюс 925 метров. Километры и метры выразим в метрах. У нас получится 10 875 плюс 925. 5 плюс 5 получится 10. 0 пишем, 1 запоминаем. 7 плюс 2 это 9. И еще один, который запоминали, 10. 0 пишем, 1 запоминаем. 8 плюс 9 это 17. И плюс 1 18. 8 пишем, 1 запоминаем. 0 плюс 1 1. И 1 сносим. У нас получилось 11800. Чтобы отделить метр, мы должны отделить 3 последние цифры. У нас получится 11 километров 800 метров. Второе выражение. 12 тонн 15 килограмм минус 98 килограмм. Тонны и килограммы выразим в килограммах. У нас получится 12 015 вычесть 98. Из 5 вычесть 8 мы не можем. Занимаем у 1. Из 15 8 это 7. Здесь у нас уже 0. Из 0 вычесть 9 мы не можем. Занимаем у 2, а здесь у нас остается 9. Из 10 вычитаем 9 и 1. 9 мы сносим. Здесь у нас уже остается 1. Мы его сносим и 1. 11 917. 3 последние цифры мы отделяем для килограмма. У нас получается 11 тонн 917 килограмм. Следующее. 17 метров 30 сантиметров умножить на 6. Метры сантиметра выражаем в сантиметрах. У нас получается 1730 умножить на 6. 3 на 6 это 18. 8 пишем, 1 запоминаем. 7 на 6 42, еще 1 43. 3 пишем, 4 запоминаем. 1 на 6 это 6, плюс 4 10. И сносим 0. У нас получилось 10380. Для сантиметров мы отделим 3 последние цифры. У нас остается 103 метра 80 сантиметров. 25 центнеров 80 килограмм разделим на 3. Центнеры и килограммы выразим в килограммы. У нас получится 2580 разделить на 3. Начинаем деление с сотен. 25 сотен на 3 не делится. Делится 24 сотни. Это получается 8 сотен. 5 минус 4 – 1. И сносим 8. 18 десятков на 3 делится. Получается 6 десятков. Ну и единиц у нас. 0 делим на 3. Получается 0 единиц. 860. Это у нас будет килограмм. Нам нужно выразить в центнерах и килограммах. Для килограмма выделим 2 последние цифры. У нас получится 8 центнеров 60 килограмм. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.